У нас уже больше месяца, наверное, как вот начались вот эти дожди или что, и началась вот такая ерунда, что вода стала у нас идти вообще. Я же говорю, что наберешь, отстаивается такой ил. Вот. А как вы, что вы с ней делаете, как вы пить? Ну, я ведро набираю, она отстаивается, и все. Еще люди выходят с положения поесть, если приготовить. Вот там у нас родник есть, идут на родник. Отсюда уже везут, да. Из Сапинского, ну, еще откуда? Это здесь вот есть, и еще поселки. Ну, с родников, чтобы хоть чай попить чистой воды. Уже на протяжении месяца из кранов жителей села Тунгур бежит желтая вода. И если на приготовление пищи и напитков есть возможность набрать воды из родников, то стирка стала настоящей проблемой. Вода цвета заварки. В чем проблема и когда селяне получат качественную воду? Или вместо кофе? Я хочу только сразу внести уточнение. Это не ржавая вода течет, а цветности. То есть вода без механических примесей, потому что у нас там стоят хоть и грубые фильтры, но на втором водоподъеме стоят. А это просто изменилась цветность воды. К сожалению, это недостаток всех открытых водоемов. Прошли обильные очень дожди, и качество воды, конечно, изменилось везде. Это почувствовали жители не только Тунгура, но и поселка Восточный, и города, кстати, тоже. Вот на сегодняшний момент, в принципе, дожди закончились, и вода стала посветлее. Как я уже упоминал, что стоящие, которые фильтра находятся на втором водоподъеме, они механические примеси, грязь, песок, они очищают. Цветность, к сожалению, не могут. А в качестве превентивной меры, мы вот уже дважды сбрасывали воду полностью из системы поселка Тунгур. То есть, как бы вот эту грязную воду сбрали, вода, которая сейчас уже посветлее находится в озере, отстоялась. И вот третья, как раз на завтра запланирована, там работы, правда, по колодцам по поселку Тунгур запланированы. Завтра будет еще очередной сброс, полностью опять сброс из системы всей воды. Ну и последующее заполнение более уже светлой такой нормальной водой. То есть где-то к октябрю, к концу сентября вода, в общем-то, нормализуется и будет нормально.